Владимир Жириновский был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Владимир Вольфович ушел в мир иной в 2022 году. Жириновский был ярким политиком. Он всегда знал своих избирателей. Он старался бороться за правду. Я понимаю, что многие не любят Жириновского. Кто-то говорит, что он ничего не сделал, а только кричал с трибун. Кто-то его обвиняет в том, что бросал деньги на площади людям и кричал «собирайте мои холопы», а кому-то он очень нравится. У каждого свое отношение к этому человеку. Но, друзья, простите, я не смогу подстроиться под каждого, и поэтому давайте просто будем говорить про усопшего только хорошее. За все свои грехи он сам ответит и не нам. Жириновский сам считал себя шоуменом, и скажу вам честно, что многие его так и позиционировали. Да, у него хорошо получалось навести, так сказать, кипиш. Там, где появлялся Владимир, всем становилось сразу весело. Но, к сожалению, его век подошел к концу. Вы уже слышали про его последнее слово. Кто хочет посмотреть более подробнее видео, переходите по ссылке в описании к этому видео, либо в закрепленном комментарии. Жириновский знал, как и где его будут провожать. Путь его окончился на Центральной аллее. Многие могут посетить могилу политика. Там уже стоит его памятник в полный рост. При жизни никто политика не воспринимал серьезно, но после того, как его не стало, все стали воспринимать его слова за правду. Они начали сбываться. На этом мистика вокруг его имени не прекратилась. Сторонники партии ЛДПР каждый день приходят к Владимиру Вольфовичу и ухаживают за его могилкой, приносят живые цветы и всегда стараются следить за чистотой. Они заметили, что рядом с памятником политика пропал венок, который принес ему сын. Все знают, что они были в ссоре. Вскоре свечи и разная церемонная атрибутика тоже стала пропадать. Тогда единомышленники политика обратились к сторожу. Он рассказал, что все время видит памятник Жириновского, но никого не видит рядом. Через какой-то промежуток времени на памятнике и не только стали появляться разные мистические рисунки. На одном из них были нарисованы птицы и радуга. Партийцы снова обратились к сторожу. Никого рядом с памятником он не видел. Почему многие считают, что эти рисунки мистические? По-другому их появление и то, что там нарисовано, объяснить нельзя. Друзья, как вы думаете, что за рисунки стали появляться на могиле Жириновского? Делитесь в комментариях.